тем, кто после кораблекрушения оказался в одной шлюпке с крупными опасными хищниками, нужно обозначить границы своей территории. Шаг первый. Выберите день, когда волнение будет умеренным. Шаг второй. Развернув шлюпку носом против волны, чтобы по возможности уменьшить качку, свистите ровно и спокойно. Шаг третий. Разверните шлюпку лагом к волне, сопровождая это резким агрессивным свистом. Раз за разом животное начнет ассоциировать звуки свистка с неприятными ощущениями морской болезни. Цирковые дрессировщики применяют аналогичные методы. Твое! Мое! Я спрашиваю, понял? Шаг четвертый. Забудьте про шаги с первого по третий.